Всем приветики, кексики, это распаковочка вот таких вот 5 посылок с Алиэкспресса. Думаю, вам уже тоже интересно, что же тут внутри. Так, давайте начнем с первого, которое уже так немножечко вскрылось, когда я хотела вот это вот отодрать все. Так, давайте сейчас как-то распакуем. Вот, я что делаю, надрезик. Так, открываем. И тут вот такие вот прикольные закладочки. Вот такие вот они по толщине. АСМР. О, ну такой вот прозрачные штучки, круто. Они, по-моему, такие как глянцевые немного. Я такая, ура, мой чехольчик пришел. Тут два чехла, а нет, один. АСМР. Вау, просто посмотрите. Конечно же, с заслонкой. Мне кажется, очень круто, тут и заслонка покруче. Так, дальше давайте распакуем вот эту посылочку. Так, тут также по надрезику, по моему, конечно же. И чё тут? Ничего. Так, тут что-то странное, да? Так, мне самое интересно, что тут? Я серьезно не помню, что это. Мы такие все акурони! Итак, распаковываем. Я, кстати, поняла, что это. По-моему, это вот сюда вот как-то так вставлять. Ну, наверное. Все, я поняла, как вставлять. Надо вот так вот и потом вставлять, чтобы не поранить нашу с вами штучку. Вот просто посмотрите, красота. Так, переходим дальше. Давайте вот эту посылочку. Хабан. Когда ты не помнишь что-то. Так, еще одна. Зачем так много? Прикольно. Сама себе заказывала много. Ну, наверное, на все зарядки. И вот так вот это получилось. И последняя посылочка. Итак, открываем. Что это? Что это? Как же интересно открывать посылки, когда ты не помнишь, что там. Так, и тут что? Обычные скрепки. Почему обычные скрепки? Классно. Вот вопрос, посмотрите, самые обычные. Ладно, окей, может, они закончились. Вообще ничего не помню. Ну, окей. Но мое видео подошло к концу, надеюсь, что она вам... Нет, мы с вами не все распаковали, тут еще, кстати, что-то. Степлер, это я такая думаю, что я обычно не заказывала. Просто когда-то не досмотрел до конца, то есть я такая думаю, я ничего не заказывала, точно не помню. Так, открывай, конем. Такой миленький степлер в виде лягушечки. Так, давайте проверим на бумаге. Итак, хопа. Просто посмотрите, какая милота. Вот такой вот миленький степлер. Но моя распаковочка подошла к концу. Надеюсь, что она вам понравилась. Всех люблю. Кстати, мне еще должен прийти второй такой чехольчик, потому что я еще помню, какой-то другой заказывала.